Можно минуточку внимания традиционную? Не от просьбы в течение этой минуточки условной не шуметь сильно, потому что хотелось бы, чтобы мы все вместе сначала провели формальную часть правильной в соответствии с утвержденным Шахматной Федерацией регламентом. Я всех приветствую в нашей шахматной гостиной. Спасибо, что сегодня здесь собрались. Шахматная гостиная, с одной стороны, традиционная сегодня, с другой стороны, не совсем традиционная, поскольку проходит в промежутке между одним только что завершившимся шахматным турниром «Мемориалом Италия» и двумя другими шахматными турнирами, также очень интересными и важными. Это женский суперфинал чемпионата России по шахматам и чемпионат мира по блицу, который и турнир начнется завтра. Это не первый жеребьевкой, а второй начнется завтра. И я прежде всего хотел бы всех поблагодарить за всех, кто к этому причастен, за отличную организацию, игру и боление во время мемориала Таля. Кадры, правда, не мемориала, а с Олимпиады, которая тоже недавно прошла, и мне кажется, завершилась для нас, для всех очень интересно, но мы это событие уже здесь, в шахматной гостиной, отмечали. Кто тогда не был, кто участвовал в Олимпиаде, всех поздравляю с этим крупным событием. Сегодня же, что касается мемориала Таля, мы еще несколько минут на это потратим, когда подъедут два победителя, Сергей Корякин и Левон Аронян, они уже в пути, да, в пути находятся. Начнем с суперфинала чемпионата России по шахматам. И, да? Правильно? Да, и главное, конечно, действие, которое нужно совершить, это провести жеребьевку, чтобы наши дорогие участницы знали, с кем кто завтра играет, и смогли подготовиться хорошо к первым партиям. Поэтому я передаю слово арбитрам этого соревнования. Пожалуйста, проведите жеребьевку, и всем участникам желаю удачи. Уважаемые участницы, разрешите, во-первых, поздравить, так как это не удалось сделать на Олимпиаде, олимпийских чемпионов. И вот тут сложная задача, потому что очень много титулов у всех. Поэтому первая приглашается чемпионка мира Александра Костенюк. Номер 6. Второй номер. Всего 12 участников, значит, да. Значит, белыми. Чемпионка России Алиса Галемова. Что там? Номер 9. Теперь идут олимпийские чемпионки. Таня Косинцева. Номер 3. Надя Косинцева. Номер 12. Ну а теперь переходим, после того, как Валя вытащит, дальше пойдут по рейтингу. Итак, Валя Гунина. Приготовьтесь. Номер 2. Наташа Погонина. Номер 5. Оля Гиря. Уже не так много осталось. Номер 8. Настя Боднарук.